got so many requests to watch a Mercel trailer, so today we're gonna watch a Mercel trailer with some songs. Here we go. Let's go. За что люблю юбку, так это за сильные съемки, вот это вот красиво. Прям все яркое такое. Даже он застрял. Ну да, ну он так возмужал. Да. Я думала, что он, это вот как Шакин, я думала, что он был всегда такой маленький-маленький. Ну, а, и вот этот тоже, а сейчас смотрю, там борода, все вот это вот. А, это нити. Хорошая камера, мне нравится очень. Битый классный. Ну, съемка прям вообще. Обожаю вот эти все замедленные. Да, да, просто... Самая краска. Да, да, да. Какой голос красивый, боже. И все красно вообще. Это уже вырос? Видимо, да. Неплохо. Ну, я так понимаю, что это прям вот уже официальный, целый. Ну, потому что, судя по трейлеру, там его девушками были Каджоу и Саманта, ну, кто-то из них. А это Нития. Значит, тут какая-то история, наверное, про отца, потом про сына как-то. Могу предположить. Вот это, наверное. Да. Нет, снят очень здорово, и да, атмосфера, да, так прям. И как-то сквозь экран чувствуешь атмосферу, ага. Того клипа, на самом деле. Захотелось сейчас начать писать, собрать эту песню. Реально, на синхронности просто зашкаливает. Круче, чем мои.
Не, ну мне понравилось. На самом деле я хочу найти эту песню. Да, отдельно послушайте. Сейчас закончится видео, я найду эту песню. Отдельно от видео ряда, да, интересно, как она будет слушаться. Да. А так визуально очень красиво. И цветовая гамма подобрана, прям мне нравится. Один выделяется, и все такие в одном каком-то тоне. Да, да, да. Прям таких бежево, каких-то бирюзовых. Вот. Я всегда, я визуал, мне надо вот такую красоту, я поняла. Это самое для меня важное. Но мне понравился момент, где они все в красном, и он один в белом. И один в белом, кстати, да, да, да. На самом деле. Он тоже прыгнул такой конечно. Нет, на самом деле очень много всяких интересных моментов в одной песне. И в одной песне как целый сюжет происходит. Да, уже целый сюжет. Уже интрига, так как по трейлеру толком мы ничего не поняли, то из клипа уже дает, скажем, воображение уход какой-то. Да, согласна. И мне понравилась песня. Мне понравился Виджай, да? Виджай. Вот в этом клипе он мне понравился, потому что обычно, не смотрела фильмы, правда, с ним. С ним я тоже, кстати, не знакома. Но с девушками со всеми знакома, они мне, в принципе, все нравятся. Ну, я бы хотела посмотреть из-за них. Знаешь, какой клип я с ним смотрела? Может быть, ты видела? Блин, там он и еще один тоже какой-то высокий актер, и они там такая музыка была, и они там что-то. Да, да. Ну, да, да. Эта песня я не слышала. Правда, я думаю, что там другой был актер. Прикольно. Это был Виджай. Да? Ну, это. Ну, я больше чем уверена, что это был он. Да, он же такой высокий. Ну, он там был такой худенький, высокий. Ну, худенький, да. Не-не-не, да, это был он. Вот, мне тогда понравилось. So that's all for today. Hope you guys had fun and see you soon. Subscribe to our channel because we're gonna upload so many videos.